Приветствую вас, Наталья. Давайте разберем ваш вопрос. Так, вы пишете, в последнее время я совершенно ничем не интересуюсь. Ну, безусловно, да. Это неприятно, то, что вы совершенно ничем не интересуетесь, но мне кажется, что важен тот момент, с которого это началось, то есть когда вы заметили у себя отсутствие интереса к чему-либо, что происходило тогда в вашей жизни, что происходит сейчас в вашей жизни. Я имею в виду жизни психологической, не физической. Физическую вы описали довольно подробно. Здесь, мне кажется, все предельно ясно и четко. Только работаю, сплю и играю в компьютер. Меня эта ситуация немного не пугает, поскольку обычно у меня фоном присутствует какая-то цель, возбуждающая мое любопытство. Я бы сказал, что здесь есть нечто меня тревожащее, как будто, знаете, цель ради цели, или цель ради любопытства, то есть вот какая-то такая история. Потому что нет ощущения, что вам эта цель, ну, интересно, нет ощущения, что вас эта цель вдохновляет, нет ощущения, что эта цель имеет для вас какой-то эмоциональный отклик, если вы понимаете, что я имею в виду. То есть это как будто бы цель того, что просто была. Вот у меня есть цель, все хорошо. Цели нет, все плохо. Это я утрирую, конечно, немного. Но надеюсь, суть ясна. Сейчас, когда этого нет, я чувствую, будто бы утратила что-то важное. Да, возможно. Возможно, вы действительно так чувствуете, что утратили что-то важное. И возможно, это не случайно, потому что вполне вероятно, что вы себя чувствуете некомфортно именно потому, что у вас цели нет. То есть, понимаете, это выглядит как оправдание цели. Вот когда у меня есть цель, все хорошо. Когда у меня есть цель, она у меня должна быть, эта цель. Я ей как бы показываю, что я, ну, что я нормально, что со мной все в порядке, что со мной все хорошо. Понимаете, в чем штука здесь? Вот. Штука в этом, в том, что цель у вас, она как будто, знаете, как бы так сказать, как будто мертва, то есть она должна быть у вас, эта цель, но если ее не станет, то вам будет плохо. Понимаете, какая штука? Вот. Мне кажется, что это как раз довольно серьезно. Проблема, что цель вам нужна как оправдание для того, чтобы жить. Дальше. Вообще, пока я не начала об этом думать и анализировал, чувствовал себя абсолютно нормально. Понимаете, да? То есть цель это вот весь цель это что-то такое достаточно чужеродное получается.
Пришла в голову мысль, что интересная жизнь — это такой навязанный социальный конструкт, который давит на меня и чему-то обязывает. Да, это верно. Здесь вы весьма, как заметил мой коллега, весьма четко все сформулировала. Вот, что интересная жизнь — это навязанный такой вот стереотип. Это правда. Вот. Кому-то это может подойти, вот, а кому-то нет. Вот. Кто-то, ну, условно говоря, кто-то на это откликается, да, вот, кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот. То есть, как бы, тут все зависит исключительно, ну, исключительно от человека, вот, как вот человеку, да, ну, условно говоря, как вот человеку, ну, отзывается вот эта история, то есть как человеку воспринимает, вот, может же человеку нравится это, а может нет. И важно, конечно, различать это. То есть разграничивать. Нет, не все, далеко не все из того, что предлагает общество, является там чем-то плохим. Сразу априори, вот, чем-то негативным и так далее, нет, не все. Есть, конечно, негативная история, ну, безусловно, есть, вот, но, как бы, не все, поэтому тут вот нужно, как мне кажется, аккуратненько подходите к этому вопросу, вот, и аккуратненько смотреть, что вам можно принять из того, что предлагает общество, что нет. С другой стороны, я вспомнил, что у меня уже был такой случай, когда у меня попадали все желания и интересы, я начинал вести такую простую овощную жизнь, довольствовать простым и доступным. Но тогда мне подкинули мысль, так я на самом деле пытаюсь убежать от чего-то раздражающего в гедонит. Но это не гедонит, я его не занимаюсь гедонит, но, видимо, это раздражение настолько активно, что на успокоение уходит свободный ресурс. Ну, поскольку у вас присутствует такой вот своего рода внутренний же конфликт, вот, получается, поскольку присутствует внутренний конфликт, то мне кажется совершенно очевидным тот факт, что избегаете вы в эту апатию, скажем так, да, от этого противоречия, чтобы не чувствовать себя, вот, условно говоря, ну, какой-то не такой, чтобы не чувствовать себя, там, не знаю, аномально, там, ненормально и прочее, вот. Это выглядит вот таким образом, как мне кажется, вот. Так легче, вероятно, для вас. Так легче сглаживается конфликт таким образом. Он не исчезает, этот конфликт. Ни в коем случае. Он и не исчезнет, куда ему исчезнуть. Вот. Но он создается ощущение, что его как будто бы нет. Потому что, несмотря
на то, что вы говорите про там общество, да, несмотря. Мне кажется, что мнение этого самого общества для вас важно. Важно. И вот, ну, не в самую последнюю очередь вам это важно. Поэтому вполне может быть, что вы избегаете. Вот. Избегаете просто какого-то конфликта. Вот. Потому что вам страшно. Или вы можете не знать о том, что будет вот здесь, вот когда, ну, вы там позволите себе что-то делать. А что будет, если не примут то, что вы хотите делать? Вот. Это все может порождать тревогу. Это все может тревожить вас. Понимаете, да? Дальше, дальше. Так, сейчас я не могу понять, что меня так сильно раздражает, и как мне вспомнить, что реально хочется, к чему у меня присутствует любопытство. Ну, я думаю, что пытаться понять, что вас раздражает, чтобы он смысла нет, потому что все-таки это защитный механизм. Вот. Я имею в виду защитный механизм. Ваша база. Ваша апатия — это защитный механизм. Я это имею в виду. И мне кажется, что именно понимать, смысла особого нет. Именно пытаться понять. Можно поработать с шифрами. Ну вот с вашими чувствами можно поработать, да, и можно поработать уже с вашими чувствами, подвести вас к тому, что вы вот, может быть, вытесняете. Ну, я имею в виду, что вы вытесняете и не размещаете вот, ну, вовне, скажем так, да, вот, это важно. Достаточно момент, как мне кажется, здесь, по крайней мере. Дальше идем. Так, помогите понять, почему так происходит, и что можно сделать, чтобы улучшить свое состояние. Ну, помочь понять, это немножечко, я бы сказал, ну вот, может быть, в какой-то степени не про психологов, то есть понять, вы, я уверен,
можете сами, вот, я уверен, что вы можете это сделать сами, самостоятельно. Ну вот. А вас просто нужно подвести. А то, что вы делаете, это, мне кажется, такая попытка переложить ответственность на нас, на нас в этой ситуации. Вот. Я не думаю, что это очень вам поможет. Я не думаю, что это очень, ну, как бы поддержит вас. Вот. Я не думаю так. Честно говоря. Поэтому будет лучше, если вы сами обратитесь, например, к психотерапевту. Вот. И через работу с ним, да, с психотерапевтом непосредственно, вы могли бы, ну, поисследовать бы себя, свою реакцию, например. Вот. И поисследовав вот свою реакцию, вы могли бы прийти вот в какой-то степени к какому-то результату. Вот. А так как вы ставите вопрос, ну, честно говоря, мне не очень импонирует, потому что вот вы говорите, помогите понять, почему так происходит, что можно сделать, чтобы улучшить мое состояние. Но это, знаете, как к врачу, вот как, ну, как вот к врачу обращаются, да, люди, вот, вылечите меня, не знаю, там, дайте там таблетку, вот, какую-то. Мне кажется, это, ну, немножко не та позиция, которая, ну, которая может в, ну, вот, в психотерапии вам что-то дать хорошего, я имею в виду. Поэтому просто вот имейте, пожалуйста, это в виду. Вам нужна психотерапия, вам нужно походить, поработать немножко, вот, с специалистом, вот. И вполне вероятно, что он к чему-то вас это приведет. Вполне вероятно. Вот, вполне вероятно, что чем-то вам это поможет. Вот. Ну, то есть, поможет лучше себя понять. Вот. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, вот. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам лучше себя понять,
вот, позволит вам получше себя узнать. Вот, желаю вам всего самого доброго и удачи.